Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Человек-паук. Вот. Так что с Человеком-тапком прошу не путать. И сейчас мы идем на главную миссию. Хотя у меня какие-то испытания должны быть тут где-то. Но я вроде все прошел, все сделал. Все собрано, все сделано. Так. Нету, да, ничего такого, то, что не пройдено. Вот то, что прошел бы, удалилось бы еще с карты. И было бы очень хорошо. This, anyway. Давай. Лети. Мой орел. Хоть ты и паучий, арахнит, но тем не менее. Орел. Заяц не заяц, а орел. Вот выход на сцену. Мы будем напротив. А, это полицейский, ну. Боже, там целая толпа. Это молодец. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Так, я как понимаю, во второй части вот этот молодой парень будет уже Человеком-пауком. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. Супергерой. Героям не нужны почти. Вон сколько врачей, детей спасают в жизни. Герои. Ну, хотя у них, да, у них не плащ, у них халат. Так что не все герои носят плащи. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Ну? Я думаю, война банд наконец закончилась. А теперь... Что? Совсем-совсем? Конечно, еще. Осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик. Принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так. Но не знаю, что. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь... Мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. Давай, не ломайся, соглашайся. Отвагу. За сохранение жизни граждан я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Ой, спасибо. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да. Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Никакой конкретики. Это что, Человек-взрыв? Пап! Вот и террорюги. Ты
выживи! Только выживи! Мы это не одобряем. Мы вот против вот этого. Так нельзя. Майлз! Майлз, ты живой? А, живой, смотрите-ка. Это кто? Парень Майлз. Сын. Майлз! Майлз, Майлз! То Питер, то Майлз. Майлз! Майлз! Здесь только держись. О, слава богу. Слышишь меня, малыш? Ну, сын-то выжил. А вот батя? И здесь. А я пойду искать папу. Питер, Питер, очнись. Давай, скажи что-нибудь. Давай, сейчас за сына буду отца искать. Мам! Безумие. Безумие, не безумие, но надо идти. Причем, не понимаю, ну ты же ничего не сделаешь. Ты не врач и не спасатель. И все рушится. Давай, 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 ползи. Так, это обойти можно. Что тут у нас еще имеет? Вот сюда. Вроде попросторнее было-то. Чё, откуда эти конструкции-то нападали? Мам! Мам! Давай, помогай! Давай! Смогёшь! Вот чёрт! Скорей! Думать! Скользит! Вставляй! Только рычаг! Давай, вытаскивай ее. Держу. Мам. Майлз, Майлз, Майлз. О, ты в порядке? Ты молодец, парень. В порядке? Да, да, да. А ты, ты в порядке? Нормально, мам. Нормально. Точно все хорошо? Да, я буду в порядке. Все будет в порядке. Все будет хорошо. Ладно, слушай. Я люблю тебя. Мне надо найти папу. Нет. Как нет-то еще когда? Майлз, нет! Папа здесь. Я его найду. Майлз! Давай, перелазь. Уходи. Почему я наверх ползу? Вот, интересно. Я знаю. Давай, 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 ползи. Подтягивайся, кишка. Ох ты, господи, я прям как умею ползать-то. Он был прямо там. Чё, ещё что-то кто-то? Что за чёрт? Ещё люди. Добивают выживших, оставшихся. Куда это ты? Что? Держись в тени. Так. Ползи давай. И чем быстрее, тем лучше. А то сзади сейчас дырок в заднице тебе наделают. Нет, нет, нет. Двигай, двигай. Ой-ой-ой. Девчуля, тебе конец. Тебе мы уйди. Тебе.
看看讲台那里有没有活人。 Так, идем. Надо как-то обойти этих парней. Сейчас, минутку, подожди. Да тихо, тихо, тихо. Так, провалено, да, меня пристрелили. Блин, ладно. Вас заметили. Они тут что-то охраняют, патрулируют. Чего вы тут стоите? Пока не могу. Ну и как это происходит? Так. Ага. Он в любом случае так делает. Поверху. Да как так можно не заметить? Там человек ползал. Блин, я не понимаю, как так можно не заметить. Это же целое человечище. Не какое-то там насекомое. Спокойно, нет, я отсижусь. Папа был там. Надо ему помочь. А я же не могу, да? Я найду тебя. Взял палку. Ох, какой крутой противоэнергетического оружия. Ну дебил же. Дурачок, чок-чок. Нет. Нет. Стойте. Нет. Хватит. Нам пора. Сейчас же. Ну вот он, я же говорил. Что требовалось доказать. Папа. Папа. А вот где твой отец? Папа. Папа. Папа, нет. Классный мужик был. Мне нравился. Пап, очнись. Очнись. Да ладно, не реви. Потому что слезами сейчас не поможешь ничему. Неделю спустя. Ох, я думал, мы с тобой делов натворим-то. Ты да я. А оказалось-то. Вот и оказалось-то хрень какая-то. Как в настоящей жизни. Славные ребята помирают первыми. Потому что хороший. Теракт, значит. И чего ему жить надоело, что эти камикадзе, что-то за движение у них, не понимаю. Мои соболезнования. Мы знакомы? Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай. Да рядом же валялся. Ты меня не знаешь, но просто хотел сказать, я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Или со временем станет полегче? Да ни хрена не станет. Или, знаешь, таков замысел Божий. Да нифига. Я просто пытался помочь. Ну да. Что ты такой пессимистичный? У тебя так друзей не будет. Я прошу прощения. Не знаю, что мне делать с ним. В парк аттракционов садить и мороженым накормить. Что с ним сделать? Ни хрена с ним не сделать.
Ну что, сад старых костей посмотрим. Прости, Джефф. Я занята. Что такое? Вы уже ищете Мартина Ли? Нет, я уже говорила, нельзя преследовать кого-то по указу. Ну давайте, костюм. Новый, это у нас что? Ну вот такой, фу, ядовитый. Да. А что у нас здесь есть? Это уже... О, цена одна. Цена одна. Ну давайте, все равно все качать надо. О, задание есть. Адская кухня. Список приемов. Человека-паука. Но он же тот, кто вам нужен. Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства. Ну да. Так, перемещаемся. И вот мы тут. А где тут? Я снова тут. Юрий, слушай, это все Мартин Ли, я уверен. Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства. Ну да. Привет, это я. Привет. Что ты хотел? Я хотел поймать злодея. МДЖ была права. Здесь все кишит демонами. Надо расправиться с парнями, а потом осмотреться. Хорошо. Давай. Так, у меня для вас. Ну подожди ты. Оу. А ты меня еще бить будешь, что ли? Так. И на. Все вроде, со всеми разобрался. Помощи у них ладно, нет? С ними покончено. Технологичный замок. Такие обычно в банках, а не в центрах переработки. Надо понять, к чему он подключен. Так. На. А я хотел вырвать. Наверное, можно перегрузить схему. Электропаутина пойдет. Да я знаю. Ну, что-то вышло. Но, похоже, схеме нужно больше напряжения. А, в смысле, я не так делаю. Вот. Надо найти электрощиток. Ну, я понял, что надо найти. Я даже нашел его. Вот. Похоже, схема еще стабильна. Может, рядом есть еще электрощиток? Попался. Подожди. И все, еще одного хватит. Где ты? Ну, вот так сойдет. Ага. Перегрузили систему. Да стой ты, слезь. Не надо ползти. Итак, мы пришли на фабрику. А кто нас здесь ждет там? Или куда это мы пришли? Да что это?
Вот, залазь. И ползи. Что там внутри? Смотрим. Вот черт. Оружие. Оружие из арсенала Фиска. Подстава готовится, что ли? Бомбы. Ничего там сколько бомб. Взрывчатка со стройки Фиска. Сплошные высокие технологии. Позже переработаю кое-что тут в свое паучье оружие. О, это, наверное, мины, которые я очень, надеюсь, у меня будут. Здесь они планируют свои атаки. Стоп. Это предвыборный штаб Осборна. Все пути начинаются с одного адреса. Хорошо. Адрес-то у нас есть? Бомбы на колесах? Еще не хватало. Это не война, банд. Демоны воровали у Фиска, чтобы напасть на мэра Осборна. Привет, нашел Ли? Нет, но ты была права. Ли устроил тут штаб-квартиру демонов. Тут бомбы, оружие. О, боже мой. И похоже, они планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Улика. Так, и нам придется... Это зуб на Нормана Осборна. Бежать, наверное. Похоже, это место преступления. Если потороплюсь, успею остановить их. Береги себя. Давайте посмотрим, успею ли я. А чё? Юрий, телепортация не работает. Давай быстрее, на меня тут босс кричит. Мартин Ли и демоны планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Ты уверен? За прошлую неделю было немало ложных следов. Поверь мне в этот раз. Высылаю адрес центра переработки отходов. Там все доказательства. Поняла. Я эвакуирую предвыборный штаб. Но если ты наврал, сам будешь искать мне новую работу. Чё ты наврал? Как мне можно и не верить? Я очень даже хороший малый. Столько добра вам приношу. А вы не цените. Ага, вот так вот, значит. Вау. Прямо перед самым автомобилем. На. Прибыли на место. Consolidated Shipping. Куча народу. Нужно попробовать по-тихому. Давай, будем пробовать, значит. Там снайперов я видел. Так, нажмите Tab. Мина, ловушка, да, это вот что я хотел. Использую то, что нашел в центре переработки. Давай. Мина, ловушка, так, я ее могу прокачать? Нет. А это я могу? Нет. Тут у меня пока все есть. Это я не могу. Паук, это у меня последнее осталось там. Отлично. Оружие плохишей против них самих. Где у меня? Вот она. Хоп. Это, друзья, называется кармическим правосудием. Подожди, мне надо посмотреть, сколько вас здесь.
Опа, опа, связали. Давай сюда. Как мы его, да? Ой, а там же сейчас не все так просто будет. Снайперы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смогу ли я вот этого связать вот так? Просматривать. Хоп. Наплевали на него. Давай, потихоньку. Опа, минус один снайпер. А где второй? А вот он. Все. Давай-ка вот этого. Ага, больше нет таких. Но зато есть вот такая. Вот что-то еще разговаривают. Пока никто не видит. На. Все. Снаружи нет. Ты чё? Проверю внутри. Подожди. Хорошо, что я успел. С таким арсеналом можно было весь Манхэттен взорвать. Вот тут бомбы. Вырываем. Где ты, подлец? А, тут и не бегаешь, да? Спокойно ходим. У них базы по всему городу. Так, это что, дополнительное опять задание? В разных местах города получены жетонов база. Продолжить. Понятно. Так, вызываемый... Так, вызываемый... Нажатием R вы можете отфильтровать любые обозначения на карте. Хорошо. Ну-ка, R. Давайте, голуби. Голуби у меня сделаны. Человек-паук, Октавиус, научные станции. Так. Ну, черную кошку я сделал всю. Охранные вышки. Пусть это будет голуби. Рюкзаки я все собрал. А вот эти вот могу убрать. Вот эти достопримечательности. Ну, все. Что еще я тут могу найти?
что еще? Вот еще что-то находим. А, чек из автосалона. Всадник на бледном коне. Недешевый тюнинг. Понятно. А все намного серьезнее. Похоже, у демонов целая армия. Ну, думаю. Думаю, вот где-то тут сейчас. Ага, встретили меня. Ой-ой-ой. Это что-то новенькое. Ты Человека-паука, Железного Человека пересмотрел, там какая часть. Мне хватило и одного светящегося хлыста. Ну и все. Не уверен, что конкретно я ожидал, но точно не это. Блин. Энджей. Я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборный штаб Осборна. Отлично. Ты нашел ли? Нет. Но у меня есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». Звучит знакомо. Я проверю и перезвоню. Подожди. Да подожди ты. На. Ой-ой-ой. Понятно теперь, как ты устроен. Да подожди, я там лечь, все равно навешаем. Тихо. А, во. Смотри, что у меня есть для тебя. На. Так, сойдет. Наваляли тебе. Птица, мы спускаемся на точку. Там еще один. Оружие к бою. Что-то новое. Нет, нет, этот мой. Ладно. Я убью этого ублюдка. Эй! Так дела в нашем городе? Не! Делаю! Ой. Код ЧП-1. Эй, эй! Может, сначала расскажете, кто вы вообще такие? Код ЧП-1. Код ЧП-1. Ждем указаний. Код ЧП-1 принят. Есть контакт. Ждем серебряную птицу. Так, что-то я не понимаю, какая-то еще новая группировка у меня. Ну, красотуля. Дэвил Маккрай, что ли? Его жена. Как эффектно. 8 из 10. Это эффектно. 9 из 10. Отпусти. Он работает с нами. Прекрасно. Юрий. Может, объяснишь? Это Сильвер Соболинова, глава Соболь Интернешнл, частного агентства. Ее нанял мэр Осборн. О, у мэра есть ручная армия? Вмешаешься в другой раз, я не буду столь добра. Ой, ой, и... ой, сяськи-масяськи. Все потом. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Привет, пока. За все эти дела особо.